Сегодня, чтобы стать художником, не нужны ни кисточки, ни холст, ни даже вдохновение. Нужно только хорошее настроение и краски, потому что это праздник Холли. И самое главное здесь меткость, чтобы попасть этими красками в других, и ловкость, чтобы избежать попадания тех самых красок в себя. В гостиничном комплексе «Орловский» прошел самый яркий и веселый фестиваль красок «Холли» для детей. Это позитивное, музыкальное и красочное мероприятие провели некоммерческое партнерство «Народная дружина» и компания «Либер». Эта идея жила совместно с администрацией города Видного. Мы устраиваем для детей, которых нет возможности летом провести каникулы где-то на море или на дачах у себя, возможность отдохнуть на природе в интересных играх. Фестиваль красок Холли пришел к нам из Индии, где этот праздник встречи весны. В последние годы фестивали Холли проходят по всему миру. Главное, как можно сильнее раскрасить себя и окружающих разноцветными красками. Считается, что чем сильнее ты испачкан краской, тем больше добрых пожеланий на тебя направлено. Это пищевые краски, которые и отстирываются, и не приносят вреда никакого для детей. Мы за безопасность, чтобы никому ничего не было, ни больно, ни у кого плохих воспоминаний не осталось. Ребята получили море ярких эмоций, раскрасив все и всех вокруг разными цветами. Не боялась так раскраситься? Нет, понятно, я понятно. Все равно приезжаю домой, короче, я выбираю мой, себя, все смываю. На самом деле нравится, приезжаю в город, и меня все так, смотрят просто между мной, весело. Понятно? Это очень здорово. Вы должны разных убирать, музыка понимаете? Музыка веселая, разных. Все такие заряжены позитивом. Прям лето чувствуется наконец-то после холодных дней. Очень бы понравилось, на самом деле было очень классно. То, что вот кидаемся, вот это вот очень классно, очень нравится. Вот для детей, мне кажется, это очень классно даже. Все участники акции смогли раскрасить свое настроение во все цвета радуги и зарядиться положительной энергией. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.